По факту дорожно-транспортного происшествия в департаменте внутренних дел в отделе по расследованию ДТП управления дознания ДВД города Алматы начато досудебное расследование. Прежде данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345.1. Это совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего получение телесных повреждений как минимум в средней степени. Очевидно, что в результате данного ДТП пострадали люди. На первоначальном этапе их было четверо. Сейчас, на данный час, их пятеро. Установлено, что данное транспортное средство следовало по улице Байтурсынова в северном направлении, южнее улицы Карасай-Батыра. Махина сбивает на своем пути 14 транспортных средств. Большая часть из них, благо, была припаркована, и их автовладельцы в этот момент находились вне салонов своих автомобилей. Иначе, возможно, и число пострадавших было намного больше. В конечном итоге 14 транспортных средств зацепила данная махина. Далее некоторые автолюбители двигались в противоположном направлении, также часть из них двигалась в попутном направлении. В настоящий момент на месте происшествия работает следственная оперативная группа Департамента внутренних дел города Алматы. Уже известно, что дознаватели назначили ряд экспертиз всех необходимых. Известно, что сама водитель трамвая также нуждалась в медицинской помощи и тоже была госпитализирована. Она находилась за рулем или вот есть? Знаете, есть много версий, в том числе и то, что, возможно, она находилась вне салона своего транспортного средства, поэтому это станет предметом досудебного расследования. Поминутно, посекундно следствие восстановит, как развивались события и что послужило причиной. Говорила, что у нас стажер был водитель. Нет, женщина, насколько мне известно, за рулем была не стажер, это уже довольно-таки опытный водитель.